Спасибо, Владыка. Здесь у меня вот такая приятная миссия. Значит, я недаром помянул в числе прекрасных наших русских православных деятелей культуры Леонида Михайловича Харитонова. Значит, в этом году было его 70-летие. И вот в газете «Министерство пути и сообщений», московская газета «Гудок», большая статья. И она начинается цитатой из вашего письма к нему. Вот я торжественно передаю. Надо же такое. Да, да. И там вот высочайшая оценка его творчества, что это действительно уникальный наш певец. И мы очень гордимся, что он наш земляк с Голумети. Сибирская земля, Иркутская родила такого мощнейшего деятеля русской культуры. О, спасибо, спасибо. Вот. Приятно. Ну, а то, что вы, конечно, отнесли и многое расточали в, так сказать, в преамбуле к этому вопросу, там, о каких-то, каком-то признании, там, я вам честно скажу, что мой вклад в это дело весьма скромен. Я очень скромный, посредственный человек, и в этой связи могу то, что вот мне Господь благословил, чем одарил, то я и делаю, как я к этому и стремлюсь. Я не претендую на какое-то другое назначение как таковое, потому что мое призвание – это быть в церкви. И для меня самое важное – быть в церкви вне зависимости от того, кем –